Экс-Виагру Татьяну Котову достали обвинения в собственной ненатуральности. Назло врагам блондинка решилась на эксперимент. Писали, что у меня как-то волосы неравномерно расположены, как-то неправильно пластической хирургии сделан. В специальной клинике при помощи УЗИ Котова решила доказать. Таким богатством ее наградила природа-мать, а не дядя-доктор. Спустя 3 минуты исследований врач рассказал правду. Мы не видим никаких с вами посторонних включений в ткани железы. Это говорит о том, что грудь абсолютно натуральная. Официальное признание и фото на память. Теперь за свою репутацию экс-Виагра спокойно. В моем роду есть настоящие казаки и атаманы. И я, соответственно, донская казачка. У меня своя донская грудь, свое все, кровь и молоко. Кто из звездных девчонок отказался последовать примеру Котовой, а кто наоборот не стесняется своих искусственных форм?